Санкт-Петербурге подводит итоги Международного экономического форума. Уже подсчитано, что в его работе приняли участие свыше 15 тысяч человек и подписаны многомиллиардные контракты. Новыми договоренностями в городе на Неве обзавелась и Чувашия. Все подробности официального визита обсудили сегодня в Доме правительства. Экономический форум в Санкт-Петербурге в этом году проходил под девизом «Создавая экономику доверия». Глава региона поручил детально проанализировать его итоги. Деловая программа нацелена на реализацию стратегических задач, озвученных президентом. Слышали высказывания мировых политических деятелей, как нужно, выстраивая доверие и уважение членам команды, потому что без командной работы не получим этих результатов, нужно организовать работу так, имея человеческие отношения, и добиться тех результатов, которые мы ставим перед собой. Они непростые. Для того, чтобы реализовать эти мероприятия, нужно подходить очень ответственно, очень взвешенно. В центре внимания властей и рейтинг инвестиционной привлекательности. Республика в десятке лучших субъектов. За прошедший год в регионе было сокращено время регистрации прав, стало проще встать и на кадастровый учет. Но предприниматели остаются недовольны услугами Минстроя. Потом по системе подключения к электросетям ухудшились показатели. Количество запрошенных документов, это вообще 0,99 было, 3,5. Все запрашивают бумаги. Прошу здесь критически подойти к оценке своей работы, и здесь практически все карты в наших руках. Экономика республики нуждается в притоке инвестиций. На полях форума глава региона сверил часы с руководителями крупных корпораций, реализующих масштабные проекты. Касаясь Виктора Люксельберга, который попал в санкционный список, на сегодняшний день, по его словам, он, не сокращая те инвестпрограммы, которые на площадке Химпрома предусмотрены, по модернизации завода «Хиверг», это один единственный завод, рынок хороший для него, построили свою теплицу, все в плане, никаких вопросов нет. Дмитрий Николаевич Патрушев, новым министром, я тоже пообщался. В принципе, он нас помнит, он приезжал сюда не один раз. И с этой точки зрения, здесь касаясь уже работы Минсельхоза, касаясь Россельхозбанка, дальше нужно планы работать. В инвестициях остро нуждается и социальная сфера. Как развивать модели государственно-частного партнерства, участники форума обсудили на деловом завтраке. В соответствии с указом президента о национальных целях до 2024 года необходимо обеспечить глобальной конкурентоспособностью российского образования и вхождение Российской Федерации в десятку мировых стран по качеству общего образования. Сегодня на уровень регионов переданы в основном, да, как раз региональные полномочия в части, наверное, проведения вот этой социальной политики, но переданы без денег, без финансирования. Пока проекты частно-государственные недостаточно диверсифицированы и недостаточно представлены именно в социальной и образовательной сфере. На форуме республика обзавелась целым рядом договоренностей. Были подписаны документы с двумя крупными банками и трехстороннее соглашение, которое позволит реализовать программу «Жизненный цикл экспортных проектов». Соглашение подписано. Кроме протокольных мероприятий, десятки рабочих встреч. Экономический форум собрал в северной столице гостей из более чем 100 стран. Среди участников и члены правительства России. Для представителей регионов это возможность обсудить актуальные волнующие вопросы. Переговоры с руководителями федеральных ведомств провел и глава республики. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев и Андрей Шоклев. Республика.